пришла в магазин. И вот такое масло придумали. В коробочках продают. Фигурка снеговика. Прикольно. Там целая полочка. Мой шопинг. Набрала опять кучу. Обожаю кето-питание, просто влюблена до такой степени, что останавливаю себя. Очень вкусные рецепты получаются, и очень большая вероятность, что можно объесться и набрать лишние килограммы. И каждый день у меня получаются новые рецепты. Повторяться просто вот, ну, какие-то рецепты, вот хлеб, допустим, я нашла новый рецепт. Я его хочу повторить, а другие, ну, просто нету, хочется новые и новые попробовать, рецептов очень много, и, ну, записываю уже, которые сильно понравились, чтобы их повторить потом, но пока не получается, потому что хочется попробовать и то, и другое, и, в общем, очень все вкусно. Сейчас покажу, что я сделала на этот раз, но это не по рецепту, это я сама так делаю, ну, не знаю, это просто очень вкусно. Вот такая вот рыбка у меня была мелкая, свежезамороженная, килька из русского магазина. И я ее просто выложила на противень, на овощенную бумагу, и посолила, поперчила, присыпала немножко специями сухими, и сверху замазала просто кисточкой маслом ги. Поставила в духовку на 230 градусов, зажарила минут, наверное, 15-16, так получилось. И она получилась прекрасно зажарилась, намного лучше, чем на сковородке получается. Не обуглилось ничего. Первый раз такой рецепт. Для этого мне нужно, я взяла 150 грамм алмонд флоу, вот такой, мука такая. И миндальная. Дальше мне нужно 5 столовых ложек псиллиум. У меня вот такой. Дальше мне нужно разрыхлитель 2 чайные ложки. Соль 1 чайная ложка. И мне нужно 255 граммов кипятка, кипяченой воды горячей. Сейчас я ее налью. И сюда мы ее кипяток замешиваем. Так, и вливаем кипяток. Так, это дело надо понять, что забивается.
добавила я еще 100 грамм кипятка, потому что очень густовато мне показалось. И дальше добавляю 3 яичных белка. Так, рекомендуется это все в блендере. Но у меня нет такого блендера. Придется руками размешивать. Получилось у меня размешать это все руками, поэтому я взяла свой блендер, и у меня получилось. Я думаю, он не будет такой у меня месить тесто, но он смесил. И сейчас я буду делать булочки такие и их выпекать. Булочки сделать. Немножко вот у меня не получилось пропорция с водой, потому что по рецепту 255 всего граммов кипятка, у меня получилось еще плюс 100. Почему? Потому что, видимо, разные столовые ложки, разные мерки, разные, может быть, продукты. Поэтому надо, если рецепт мне понравится, то надо будет его под себя как-то еще сделать. Немножко густовато. В принципе, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Не такое оно уж густое, это жидкое оно получается, не может не пропечься внутри. Густое должно пропечься. Такой комок у меня получился. Так вот гладко его, может, руки с водой смочить. Сейчас я попробую. Они гладенькие были, а нет, они как-то такие склизкие получаются, не катаются даже. Ну ладно, пусть такие вот. Проэкспериментируем, попробуем, что какие они будут на вкус. Еще я слышала, что можно добавлять не псиллиум, а льняное семя. Тоже надо все попробовать и выбрать для себя лучшее. Так вот, чем плох этот блендер? Тем, что ножи не вынимаются из-под ножа. Приходится выковыривать. Ставлю в разогретую на 190 градусов духовку на 50-60 минут. Будем смотреть, что у нас дальше получается. Ну и вкусное очень. Так, решилась. И вот они у меня такие раздулись почему-то. Очень быстро, за минут 15. И я их вынула еще 13 минут им печься. 50 минут ставила всего. И вот здесь вот думала, они пустые, но они действительно полупустые какие-то. И вот я попробовала, но ничего, на вкус так вкусно. Сейчас еще, наверное, поставлю.
Вообще уже они пропеклись, они не сырые. Может быть, уже и хватит. Вот они уже у меня опали, а то были прям такие шары круглые. Посмотрим. Очень вкусно. Горяченькие. Это можно их помазать чем-нибудь. На вкус неплохо. Неплохо.